Больше всего мне понравился первый день, потому что он самый необычный и самый веселый. Самый классный день был, когда мы поехали на экскурсию в замок. Мы сделали очень много красивых фотографий. Здесь как бы всего три отряда, и в каждом отряде ну, плюс-минус 10-15 человек. Для меня, вот, например, огромный плюс – это комнаты по три человека. Это же просто идеально. Мне в лагере очень сильно понравились все люди, которые здесь работают. Все здесь очень хорошие. Мне понравились экскурсии, учителя, вожатые и дети. Тут столько ярких дней, что просто нельзя выбрать один. У нас за день много английского, и это, наоборот, хорошо. Здесь учителя, они на одной волне, и они могут понимать, чем заинтересовать. Мы разговариваем, и тем самым мы намного больше узнаем, чем на просто уроке. Потому что она намного интереснее получается. И очень круто, что это иностранные люди. Они говорят лишь на английском, практически не говорят на русском, и вот они тебя не понимают. Потом, когда я вырасту, я смогу поступить в какой-то английский университет, и мне это будет намного легче, чем другим детям. Мы учим даже слова с акцентом, как говорить, чтобы нас понимали. Мне очень понравилось играть в копов и гангстеров. Это очень круто. Играли в Олимпийские игры, в футбол, и сегодня будем играть в теннис. И конкурсы, и эстафеты, и еще мне очень нравится батл. Бассейн – это самая лучшая активность, которая есть в этом лагере. Мне очень нравится, что есть водные горки. Бассейны очень теплые, и это хорошо. Мне понравилось, когда мы все сидели у костра. То есть мы жарили маршмеллоу, рассказывали какие-то страшные истории или вообще истории из жизни, но это было очень уютно, и то есть так по-домашнему. Танцевали, веселились, там было очень круто. Было очень весело, мы жарили на костре маршмеллоу. Это очень вкусно. У нас в лагере здесь очень прикольно, все такие добрые, очень приветливые. Мне очень нравятся здесь экскурсии, я в предвкушении того, что завтра мы поедем на Синевир. И мне вообще здесь нравится абсолютно все.